8 июня отмечают Всемирный день океанов. К этой дате туристическая администрация австралийского Квинсленда представила уникальный проект – 11-часовое интерактивное путешествие на Большой барьерный риф. Благодаря последним цифровым технологиям это природное чудо света смог посетить любой желающий. А проводником в этом увлекательном приключении стал известный морской биолог и подводный оператор Ричард Фицпатрик. Виртуальная студия находилась в университете имени Джеймса Кука в Кернсе. В ней эксперты со всего мира обсуждали то, как барьерный риф опекают и какие для него существуют угрозы. При помощи интернет-технологий участники из разных мест, окружающих риф, связывались с экспертами из Великобритании и США. Вопросы к ним поступали со всего мира, включая Гонконг, Китай, ЮАР, Канаду, Германию, Францию и Филиппины. Путешествие назвали «Жизнь рифа». В ходе него зрители смогли узнать об этом природном чуде с новой стороны, с которой его видели немногие. Большой барьерный риф – это крупнейшая в мире коралловая гряда, которая протянулась вдоль побережья Австралии на 2500 километров. Это также самый большой в мире объект, образованный живыми организмами. Его можно увидеть даже из космоса. При этом с 1985 года Большой барьерный риф неуклонно уменьшается. Он уже потерял более половины коралловых полипов, которые формируют его структуру.